Всем привет, с вами доктор Абрамян. Сегодня у нас Мадина. Молодая, веселая, красивая. Хочет выглядеть еще моложе. Планируется комплексная пластическая операция, а именно круговая подтяжка лица со смаз с платизмопластикой и эндоскопическая подтяжка лба. Есть небольшие избытки, первичные признаки старения. Шея чуть-чуть подвисает. Носогубные треугольники достаточно глубокие, заломы. Будем это все устранять, улучшать. Вовсе не страшно. Я наоборот советую нашего хорошего доктора, самого любимого, самого тут идеального. Все будут думать, что нет, как, это... когда вот так пациенты говорят, они думают, что это бесплатная операция. Нет, конечно. Это коммерческая абсолютная операция по полной стоимости. Желание пациента. Мадина, за это огромное вам спасибо, что делитесь своим опытом. Мы все ближе к операции. Уже стрижку сделали. Боевая раскраска. Это уже полдела. Операция уже не так сложно, когда все это есть. Начинаем комплексную пластическую операцию. Круговая подтяжка лица со смаз платизмопластикой. Эндоскопическая подтяжка лба и непосредственно шеи и подбородка. Поехали. После комплексной пластической операции была проведена липосакция шеи и подбородка, круговая подтяжка лица со смаз, платизмопластика и эндоскопическая подтяжка лба с использованием эндотинов. Если внимательно посмотрите, вот видите, здесь бугристости есть. Это эндотины. Достаточно обширная отслойка, подтяжка. Ваше дело. Идеально. Ну что, вы вернулись в жизнь? Работаю. Все хорошо. Четыре месяца после комплексной пластической операции, круговая подтяжка лица со смаз, с платизмопластикой и эндоскопическая подтяжка лба. Качество рубца, достаточно проблемная кожа, она еще красная. Через какое-то время, обычно это занимает полгода, рубца видно не будет, вот когда она проходит. Какая замечательная шея. Изначально лицо было очень хорошее. Это тот случай, когда мы говорим про профилактическую круговую подтяжку. Были избытки, был небольшой птоз. Операция, можно сказать, зафиксировала это все. Здесь у нас эндотины. Вот здесь первый, вот здесь второй эндотин. Рубчики с другой стороны. Я не могу сказать, лучше или хуже, немножко другие. Какая-то, может быть, что-то тянет. Нет, ничего. Что-то болит. Не болит, ничего, абсолютно. Ничего. Все хорошо, все идеально, да. Никто не замечает, думает, что-то я, ну, сделала что-то, нарисовала что-то. Угу. Выглядишь супер, отлично выглядишь, взгляд другой. Отдых в Геленджиках. Они спросили, может быть, ты отдыхаешь или какие-то что-то делаешь. Мадина, 4 месяца. Круговая подтяжка лица со смаз-платизмопластикой, эндоскопическая подтяжка лба. Пока-пока.